Ирина, ты проклятая, а? Значит, только я за порог к маме уехала, ты тут же голых девок лапать, да? Как ты мне это объяснишь, все как? Галина Карпинистовна, это, между прочим, моя работа. А как ты мне еще прикажешь делать плановый осмотр, если пациентка не раздета? Да не надо пудрить мне мозги своими плановыми осмотрами. У тебя всегда одна отмазка. Милая, ну ты что-то лишнее себе накручиваешь. Я никогда ничего себе не накручиваю. Давай сделаем так, дорогая. Я закончу. Приеду сегодня вечером после работы. Мы приготовим ужин, сядем и обо всем поговорим, ладно? Ладно. Я ж тебе говорил, какая она ревнивая. Ну, прям такой. Везде меня найдет. А ты говоришь, пойдем в ресторан. Ну ладно, кажется, пронесло. Ну что, больная, мне кажется, для проведения планового осмотра вам сейчас придется раздеться.